честь Дня открытых дверей в Ивановском онкологическом диспансере провели диагностическую акцию. Медики бесплатно обследовали граждан на наличие опухолевых заболеваний. Всего за день приняли 116 человек. Для более детального изучения здоровья было выполнено более 50 дополнительных обследований, среди которых УЗИ, маммография, биопсия. Попасть на прием в День открытых дверей можно было ко всем узким специалистам – маммологам, урологам, гастроэнтерологам. У 12 пациентов врачи выявили онкологию. Справиться с недугом ивановцам помогут здесь же, в онкодиспансере. Приклиника работала вся в полном составе, то есть все специалисты работали. Работала диагностическая служба, УЗИ, рентген, маммография. За период этой акции работали мы с 8 часов до 2 часов. В основном были выявлены это рак молочной железы и рак поджелудочной железы.